Здравствуйте, мои необыкновенные благородные люди этой галактики. Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. Давайте посмотрим, к чему нужно быть готовой в отношениях с ним. Прописывайте ваши имена в комментариях для того, чтобы информация проигралась конкретно у вашей пары. К чему нужно быть готовой в отношениях с ним? Здесь будут страдания, здесь будут переживания, потому как мужчина не будет, знаете, как... Открыл дверь ногой, будь моей, заберу тебя. Здесь не будет. Здесь от него будут какие-то такие мелкие шаги, которые, причем на протяжении длительного времени, здесь вы будете расстроены этим. Возможно, ожидаете от него больше, а будете получать меньше того, чего хотите. К чему нужно быть готовы в отношениях с ним? Смотрите, здесь идет примирение через третье лицо. Будут сомнения у мужчины по поводу признания своих чувств. Но друг, либо же знакомая, подруга, либо же посмотрит на пары в его окружении, в которых есть настоящая искренняя любовь. И в конце концов мужчина, знаете, как возьмет себя в руки, либо же если у вас однозначно есть третий фактор между вами, это могут быть отношения, семья, работа, страна. Он говорит, что это не станет на пути к тому, что я признаюсь к тебе, и тогда ваши отношения буквально начнут развиваться с новой силой, с новой силой. Будет продолжение этих шикарных встреч. Кто планировал встречу здесь, она произойдет в реальном времени. Времяпровождение, когда вы вдвоем в закрытом помещении. Ну и, конечно же, жезлы, 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 огонь, страсть, секс, жар, пожар. Ну что же, ставьте сердечко, пишите «принимаю 11.11» и непременно подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.